Национальная телевизионная премия в области популярной музыки «Премия Муз-ТВ-2017». В номинации «Лучший рок-исполнитель» представлены Би-2. Бежит на струнах быть, шевеет под окном, разбитый телевизор. Диана Арбенина. Я сказал тебе, что мне просто отпускать тебя за пределы. Земфира. Жить в твоей голове. Ленинград. Мумий-тролль. Сюрпризов не будет, капризы встал. Сначала стулья, все остальное потом. Наргиз. Я не верю тебе, но тебя я прощу. 15-я национальная телевизионная премия в области популярной музыки. Премия Муз-ТВ-2017. Ну что ж, дамы и господа, поаплодируйте нашим героям, во-первых, да? Я каждого из вас рад видеть по-особенному. У Гоши Куценко недавно было 35-летие, да? Гошенька, мы тебя поздравляем. Из этой троицы у тебя самые красивые ноги. Девушки просто талантливы вокруг тебя. Итак, я прошу вас назвать имя победителя. Ну, поздоровайся. Привет, Олимпийский! Привет, Олимпийский! Как приятно говорить это два раза подряд. Мы поздравляем вас с этим очаровательным шоу. Я думаю, это шоу получит какую-нибудь номинацию. Аплодисменты тем людям, которые придумали это. Ну что? Девчонки специально купили два одинаковых платья. Давайте поаплодируем им. Мы старались. Вот это настроение, вот это я понимаю. Дорогие друзья, я считаю, что мы должны поблагодарить всю команду Муз-ТВ за то, что каждый год они для нас, для всех готовят такой прекрасный праздник. Давайте поаплодируем Муз-ТВ! Ну и, конечно же, мы счастливы все втроем, что мы вручаем именно... что мы вручаем номинацию именно рок-исполнителям, потому что Вера мне призналась за кулисами, что она очень любит рок-исполнителей. Я признаюсь, наверное, все номинанты мои, моя любовь. Поэтому, Вера, давай тебе слово, и конверт у тебя в руках. Объявляй. Добрый вечер всем. Заветный конверт у меня в руках. Я думаю, сейчас трепещет сердца всех любителей рока. Мое в том числе, потому что внутри меня живет тот самый рокер. Интрига. Победителем премии Муз-ТВ-2017 в номинации «Лучший рок» исполнитель является Наргиз! Погоди, не хочу с тобой прощаться. Холодный снег на губах, полузакрытые чувства ты и я, ничего не ответил. Под ваши аплодисменты победитель на сцену! Может быть, что-то еще, может быть, мы потеряли, а я буду всегда с тобой, буду твоей судьбой, буду твоей звездой, рядом я, и скажу мне, да, я буду всегда твой. Для меня это очень неожиданно, на самом деле это моя первая тарелка. Я бесконечно благодарна буду до конца своих дней проекту «Голос». И, конечно же, именно этот проект сделал так, что сегодня я работаю с лучшим продюсером, с человеком, которого я безумно люблю.
Максим Фадеев. Мои дорогие поклонники, Россия, мой низкий тебе поклон. Спасибо.